Извините, минуточку. Да выдыхай, ты не глотай минуточку. Нет, у меня есть. Спасибо. В 2020 году я пришла к такому выводу, что я должна просить отца. Меня все уговаривали, проходила несколько тренингов, думала вот-вот-вот-вот-вот, ну, декабрь, был пандемия и так далее и подобное. 27 декабря у меня отец умирает, я не успеваю. Билеты я брала 7 декабря. Ну, отец умер. На похороны не попала еще? Я не попала на похороны. А ты где была? Я в Алмате, отец в Чуркете. Хотя, когда я выбирала билеты 7 декабря, были билеты на 10 даже. А я прям спит. Ой, господи. Смотрите, почему такая... Выдыхай. Пусть трясется нога, ничего страшного. Выдыхай, пусть трясет. Ага. Вот когда трясутся ноги, это страх проходит. Я хотела сэкономить денег заранее. Если заранее. Два билета, если заранее месяц вперед, там идет скидки. Вот на эти гробаные скидки я повелась. Мне сейчас обидно, что я не успела. Я позже 27-го умерла, а я могла бы 10-го прийти. Прилететь к нему, попрощаться. Выплакивай. Вдох глубокий. Вообще, на самом деле, большая трагедия, когда ты не можешь попасть. То есть, ну, человек умирает, а ты не можешь приехать. Да, так бывает. И таких историй я наслушался в Америке, знаете, вот море прям. Они уезжают туда, не могут получить гражданство, сидят там, им нельзя выезжать, а... Здесь все умерли, короче. Сначала там тетя, дядя, там, и все начинают умирать, да, и они не могут попасть. Я всегда боялся этой ситуации, думал, как ты вообще так, ну вот, насколько сложно это, да, и кто знает, я сам в этом году попал в эту же ситуацию, да, то есть я уехал в Америку, папа умер, и я не мог вернуться. Ну, то есть там нереально было просто ничего, этот, и... Знаете, что самое интересное, что я не скажу, что я там не плакал, там, что там не было там больно или не больно, но я вам скажу, боли не было. Вот реально не было боли. Вот то, что сейчас у тебя все болит, дрожит, выдыхай. Смотрите, мы всегда, мы вот живем так, тем более с этой короной непонятной, да, вообще непонятно, кто когда умрет сегодня. Мы живем как в состоянии войны. И сегодня, наверное, уже раз в месяц я бы рекомендовал всем завершать все свои незавершенности, которые у вас есть. В смысле? Сказать папе, что я его люблю. Сказать маме. Обнять детей. Там, я не знаю, помыть машину. Сходить к дантисту. Что еще бывает там? Выгулять собаку. Да, не знаю, погладить шторы. Ну, вот хоть что. Раз в месяц ты подводишь черту просто вот... Не-не-не, ну, можно и так, но не такую жирную, но черту. То есть завершать все свои незавершенности. Почему у меня, я, если честно, я относительно безболезненно прожил вот эту утрату, по той причине, что я как сын, наверное, ну, я успел сделать все. Я сделал это чуть-чуть поздно, но я сделал все, что я хотел. То есть последние полгода, наверное, жизни его, ну, я его перевез в Алмату. Я дал квартиру, я дал ему этот достаток, я дал ему то, чего у него не было в течение жизни. И мы с папой разговаривали насчет дедушки с бабушкой, да, и кстати, мы с ним много говорили в последнее время, потому что я приезжал каждый день, и мы, ну, разговаривали. И я говорю, ты знаешь, ты не думал, что вот бабушке с дедушкой как-то очень сильно не повезло? Он говорит, а что им не повезло? Я говорю, они родились в голоде и умерли в 90-х в голоде. И он так на меня смотрит, я говорю, а ты пожил в Союзе нормально, да, ну как бы этот, и ты сейчас в достатке.
И он сидит на меня, смотрит, я так не думал. И у него слезы за родителей. Но я как сын, мне кажется так сейчас, что я все, что хотел поговорить с ним, я поговорил. Все, что хотел я для него сделать, я сделал. Все, что хотел я ему сказать, я сказал. И поэтому не было настолько больно. Человеку больно об утрате какого-то другого человека только из-за того, что он чего-то не договорил или не добрал. И только из-за этого вот это вот, знаете, там ощущение, как будто душа рвется, и вот эту боль, это боль больше про себя. Помните, я говорил, все эгоисты. Да? И это эгоистичная боль, которая внутри осталась. И сегодня ее выпускай. Выдыхай. Получается, родители разведены были? Выдыхай, выдыхай. Ты можешь встать, а? Тебе сейчас будет плохо прям. Сумку убери в сторону. Оба ноги прям. Давай, я вот туда подойду тогда. Сердце болит, мне прям не могу, честно. Потому что... Вставай. Баба! Вот так. Давай, выдыхай. Прости меня, папа, я тебя люблю, папа, я тебя люблю, сильно люблю, я тебя люблю. Извини, что я тебя все требовала, извини, прости меня, папа, прости. Вот так. Прости меня, папа. Я тебя люблю. Я тебя люблю, папа. Я отпускаю. Я тебя отпускаю, папа. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Что эмоции? Руки окаменели. Не имеют руки? Да. Дыши глубже. Давай глубже еще. Еще. Он хотел увидеть моего сына. В 2019 году был у меня случай, я въехала в Чимкент. До 2019 года я своего папочку не признавала и да. Был случай, что у меня в 2019 году был летом, я поехала с сыном, но я знала, что у меня там у брата спрашивал, хотел меня увидеть. Был такой случай, я выхожу замуж, у него сестра умерла, мы его звали на той, конечно, он сказал, что отказался. Ну, и в школе, и в университете, я ему названиваю. Ну, не 40 дней, как вы сказали, конечно. Звоню я и жду ответа. Ну, конечно, ответов нет. Даю номер, мне не звонят. И за это время, получается, у меня было видно на папу, что почему я маленькая дочка, я всегда ищу его, а он за меня ничего как бы нет. А он как жил, папа? Ты знаешь его историю? Да, я знаю. Ну, я сама не интересовалась, я через слухов, конечно. Он женился... Нет, его историю с родителями. Он родитель, дедушка, получается, умер, сражаясь в войне. Угу. Он мне что-то колеблется, мне голова уже... Да. Ага. И получается, мать росла 12. Одна растерла. 12 да, детей. Да. Угу. Он был предпоследним, видите, даже. Вот видите, я даже их родословие даже. Да, мы брат, мама общаются, но я прям к ним не тянусь. Я даже на январе 2021 года, угу. Когда я сети. У меня прям к ним чувств нет. И не хочется прям с ним общаться. Ты их боишься? Дыши глубже. Смотрите, ноги, когда трясутся, это страх. Это сильный страх там, смерти, я не знаю. Вот, она боится до смерти прям. Мать меня не пугала. Она хотела... А где испугала? Кого боишься так? Дыши глубже. Откуда страх? Ты какой-то ежик.
ну, я в школе была драчункой, я всегда атаковала, я не боялась никого. Хоть я лежала прям, но и успевала хотя бы морду дать, но вот это, как бы сказать, у меня есть такой характер. Боевая, но я не боюсь никого. Я не знаю, откуда мне такой страх. Знаете, этот... У меня вот вопрос, общаться ли дальше? Общаться. Не могу, не хочу. Дыши глубже. Садись, тебе тяжело, пусть ноги трясут. Папа не любит, да, или папа не было в твоей жизни, или еще что-то. Если ты начнешь ковырять историю папы, там будет вот так. Дедушка умер рано, мама осталась одна, вот 12 детей воспитывала. Это человек, который вообще не видел, что такое любовь. Он не знает. И тебе дать он этого не может. Он давал то, что на то лучшее, на что он способен. Он просто больше выдать не может. Обида держит сразу. Оно будет обида, еще будет, но ты... Смотри, ты же еще... Я зависть смотрел, и сейчас я смотрю зависть. Вот, открыто, зависть смотрю. У кого цель есть, зависть смотрю. Смотри. Прям мне хочется, вот, чтобы мне вот это было. Потом... У меня есть отчим, тоже любит. Но, не знаю, я или маму люблю, что я не знаю. Я не могу себе понять. У меня просто хотела своего родного, но вот не успела. Я хоть плакала, я ей писала, но не опускает. У меня обидно, что я в 19-м году не показала себя, своего ребенка. Но он хотел видеть внука родного, а я вот, ну, эгоистично получается. Mm-hmm. Типа, мол, у меня обидно, он же меня не искал, на той типа не пришел. Больно. Да, на той не пришел, не созвонился, не приехал. У меня только единственное, что у меня вот остается в памяти, я была в школе училась, он тогда женился на третью жену, мама моя первая. Он раз женился, ушел, бросил вторую, третью женился, и там сын. Он как бы дочку не любит. Сына любит. Вдох, выдыхай. Картинка остается такая. Мы базарим. Выдох. Все, глубокий вдох сделай. И выдыхай. Вот так. Картинка такая. Он в базаре, видели? Он со своим семьей был. И он этот... При мне же поднял этот маленькое дитя и обнял сильно, поцеловал, а меня, я стою рядом, он нету, я прям рядом стою, но при мне же он обнял третьего сына. Ах ты, моя хорошая, подождите, я думал, это обойдется, не обойдется, кажется, вставай. Мне очень трудно история. Вставай. Дим, пойдем, подержи ее, вот так, возьми. На, все. Обними прямо, иди сюда. Можно вас, пойдем? Прям обними спереди вот так. Сзади вот так обнимите ее. Вот так. Вот так. На, бери, сколько тебе папа не хватало. Давай, вот так. Давай. Дыши глубже. Смотрите, то, что с энергиями происходит, это очень быстро все. Ой, дышите, мои хорошие. Всех заставил. Всегда найдется один триггер, который... И отцовской любви не хватает, она сейчас наберется и будет легче. И пока она будет вот... Пока ей не хватает, она будет требовать эту любовь до тех пор, пока она ее не получит. И только с момента того, как она эту любовь получит, начнется развитие ее. Потому что сейчас то, что она... Держите ее, не отпускай. Командует там. Вот. Чего? А? Ты еще... Ты... Пойдем. Ты
хочешь совсем в этот, да, войти в этот образ? Давай. Вот так, держи тогда. С женщинами вот так всегда. Мало двух, еще третьего подавай. Да. Вот как... Вот, вот, девочки, как с вами тяжело, вы понимаете, да? Сейчас, сейчас. Двух мужиков дали, не те, блядь. На самом деле, я вам скажу, для энергии нету расстояний. И там нету худой толстой вообще точно. Дышите. Вот и хорошо. Полгруппы с тобой проработалось, больше даже проявилось. Сейчас, сейчас мы там этот...